Жик. Сейчас 8 часов. Вон, уточки садятся. 8 часов. Я сделал 3 круга. Иду на 4, еще на 5. И моя утренняя прогулочка закончилась. Как вы видите, шах бодрый. Такой. Практически чуть ли не бегу. Но я хочу с вами поговорить о биоритмологии. Распорядок дня. Я вставал по-разному. Бывало там и в 10 часов, и в 6 часов. То есть такой разбег. И вот когда в 10 часов встаешь, вот этот тяжелый весь день какой-то, все тебе что-то, что-то какая-то сонливость, тяжесть, то есть энергетики нету. И вот я сейчас встал без где-то 27, потому что, видите, успел тут пройтись. И что я чувствую? Вот та свежесть утренняя. Энергетика начала дня, когда вы встаете, она вместе с вами. То есть запечатлевается в вашем организме. И вы ее несете в течение целого дня. Бодры, свежи, голова хорошо работает. Нету сонливости, естественно. Вот, поэтому для того, чтобы оседлать энергетическую волну, которую нам дает окружающий космос, не менее того, космос, энергетику Солнца, начало дня, я уже повторяюсь, очень важно вовремя вставать. Вот, когда человек встает, ну, примерно перед рассветом, пусть там за полчаса, за 10 минут, ну, даже после рассвета, ладно уж, но лучше всего перед рассветом. Вот он и застает вот эту вот мощную, спокойную, уверенную энергетику, которая передается ему самому и поддерживает не просто его настроение, но и все физиологические процессы на хорошем, должном уровне. Ну вот поэтому, вот это почему еще пастухи так долго живут. И, естественно, не все пастухи, потому что есть такие, которые и прочее. А те редкие, которые без излишеств, но что у них? Стадо надо погнать, значит, они встают рано. Утром выгоняют стадо там на природу. То есть они вот как бы живут в соответствии с вот этими ритмами энергии, которая поступает на землю и, естественно, поддерживает их организм. Поэтому я вот биоритмологию поставил на место более главное, чем питание. То есть первое место, по-моему, это не значит, что так общепринято. Ну вот это мое мнение, я вам рассказываю. Это, естественно, сознание. Второе – это движение. Третье – распорядок дня. И уже четвертое – питание. То есть, чтобы ваш организм работал в соответствии с ритмами. Кстати, по утрам, да и вообще, почему-то с природой надо общаться. Вот мы идем, прилетели скворцы, какие-то птички весенние, все это начинает петь какие-то песенки. Оказывается, звук – это тоже энергетика, которая нас подпитывает, уравновешивает.
Это очень важно. Вот. Вот такие-то дела. Доброго здоровья. Ну, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю.